Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хотелось бы вашего совета, пишите вы. Ну, советов психологи не дают. В августе познакомилась с парнем, работает в одном здании. По его словам, он долго наблюдал за мной. Но тут решил подойти, познакомились, стали общаться, потом обменялись номерами, общались по WhatsApp. А что общего между вами? То есть, то, что вы общались, то, что он познакомился, это понятно. А общего между вами что? По поводу чего было ваше общение? Куда оно двигалось? Был момент, что он заблокировал меня в WhatsApp, избегал меня, подумал, что что-то не так сделал, а потом пришел, сказал, что были проблемы в работе. А вы часто так вот думаете, что вы что-то не так сделали, когда человек, ну, позволяет себе какие-то вещи, да? То есть, вот, например, если вас блокирует человек, часто вы думаете, что могли что-то не так сделать, например. Потому что, на мой взгляд, в этом есть, в общем-то, признаки, это признаки того, что вы себя обесцениваете, как мне кажется. Вот. И, на мой взгляд, ну, абсолютно ничего хорошего для вас в этом нет. Вот. Более того, если вы склонны себя обесценивать таким образом, то это может быть причиной, это может быть основой для того, чтобы у вас появились какие-то спонтанные реакции, вот, не совсем подходящие для ситуации, вот. Которые, условно говоря, ну, происходят, да? Вот. Поэтому я думаю, что тут вам нужно, конечно, постараться разобраться в себе, да, в своих, ну, в своих реакциях, вот, в поведении в том числе. Вот, на мой взгляд, чтобы как-то вот, ну, получше понимать, чего вам, в общем-то, хочется, да, и какую, собственно, цель, да, вы преследуете, делать те или иные вещи, и какие желания, да, вот, вы, ну, выражаете, скажем так. А вот, ну, проявляя, значит, ту или иную активность свою. Дальше. А он, так, я уже чуть охладел к нему и стал дальше общаться. А смотрите, а вот что вы, ну, имеете в виду, говоря, что вы охладели к нему, что вы имеете в виду, то есть, ну, как это вот вообще можно понять, и за счет чего произошло, ну, вот это охлаждение, как, опять же, как вы говорите, то есть вы сначала думаете, что, сначала вы думаете, что что-то делаете не так, вот. А потом вы, ну, чувствуете, что охладели, вот.
Не кажется ли вам, здесь есть, ну, некоторые противоречия, вот так скажем. Так что давайте попробуем этот момент поисследовать, да? Как минимум. Если, конечно, вы хотите себе разобраться, да, и хотите, ну, как-то, ну, понять для себя, что вам нужно, опять же. Дальше. Так, тут у меня включилась такая манера. Пишите вы, стала ему на мозги наседать. Что здесь? Ну, то есть, какую вот цель, да, вы преследовали здесь, вот. Значит, ну, для чего вы, значит, стали это делать, вот. Ну, на мой взгляд. Из чего вы это делали? Из, ну, как, ну, из какого чувства? Вот. Вот это вот очень важный момент, на мой взгляд. Дальше. Так, и тут началось интересное, он отвечал, ну, как-то сухо, а потом вообще стал игнорировать меня. А как вы думали или думаете, человек мог бы значит, ну, реагировать, вот, если на него, ну, наседают, вот. Поэтому вот тут вот очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Нужно вот тоже увидеть, а чего вы ждали, чего вы ожидали, на что вы рассчитывали. Вот. Дальше. В октябре пришла к нему на работу, чтобы знать, что происходит. Тут он ответил, пришла мне мозги опять, на мозги опять наседать. И ответила нет. И тут он сказал, все, до свидания. Я развернулся, ушла, было обидно, что поделать. Ну, опять же, как бы, попробуйте увидеть, что именно вас задело в этой ситуации. При этом он проходит мимо моего места работы, делает вид, что не смотрит, а на самом деле наоборот, откуда вы знаете. Или когда иду на работу, он тоже наблюдает за мной, его взгляд чувствую на себе. Я не могу понять мужскую логику, он так себе цену набивает или думает в дальнейшем вернуться. Ну, прежде чем понимать свою мужскую логику, вам нужно, наверное, понять себя, да? Потому что когда вы говорите, например, что у вас такая манера наседать на мозги, вот, ну, так это вот в первую очередь это нужно разобрать, как вы думаете. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.